Шатал, работяги, с вами Жирная Марка. Сегодня со мной Никон Шоу. Всем здорово, сегодня в очередной раз сливаем. Ага. Нет, играем на зуме, быстрые выводы без верификации. Пополняем сразу же балансик на 1500, блядь, все как обычно. Мегавилл, да? Да, а чё, блядь, понятно. Есть что-то другое, блядь, Крейзи сливает, Монополия сливает. Что еще может быть, блядь? Ну так-то, в принципе, верно, поэтому я думаю, что есть смысл только на Мегавилл сейчас идти. Да, причем... блядь, но я надеюсь, он нормально, блядь, сегодня дропает. Вот я вообще не заходил за сегодня, надеюсь, сейчас будет. Ага, ебать, так. Да, тебе надо вырубить эту тему. Какую, например, вот? Которая растягивает колесо, блядь, и делает его не круглым. Блядь, ебаный сырник, нахуй, блядь, я со своими ультравайт HD мониторами, блядь. Так. Стой, не кидай ставку. Короче, сейчас была десятка, пятнашка, сорокетка, тридцатка, восьмерка под X 20. У меня предложение было к тебе сделать один бет и попробовать с помощью него что-то сделать, но он, скорее всего, будет жесткий, типа. Ебать. Вот если сейчас выпадает 30x, и ты меня тормознул, бля, я тебя так... Нет, оно не выпадает. А где оно? Оно одно или сколько? Два? Вот, она одна проезжает прямо сейчас. И пошла она тогда. Короче, было предложение просто, типа, не затрагивать 30-40, то, что они, ну, я не думаю, что, типа, выпадут, вот, а затронуть, начиная от пятерки и до двадцатки все, то есть, и где-то просто, типа, на 15-20 по 50, на десятку сотку, на восьмерку сотку, на пятерку побольше, и может быть такой... Чё еще раз? Сделать. 10-15 по 50, восьмерка сотка, пятерка... Пятерка тоже 150 где-то. Ебать, нихуя себе ты ставку мне закинул, блядь. Ну, и на самом деле и двадцатку я хотел добавить. Я и двадцатку тоже сказал. Я хотел, я не успел нажать просто. Да, то есть примерно как-то так. Потому что тебе надо... Ну, блин, с другой стороны, пятерка была давненько последний раз, и как бы непонятно, будет она падать, не будет она падать. Мне надо баланс, блядь, разыграть, прежде чем, блядь, нормально делать ставочки, блядь. Ты шо? Ну да, соглы. Вот. Давай десяточку у нас. Она десятка проехала, а Next когда-нибудь будет, нет? Может, доедет? Да, есть Next десятка, но нет, это единица. Ну, ты бы на единицу 100% не ставил. Да нет, конечно, кто на неё ставит. Чё, репит или нет? Или что-нибудь новенькое придумаем? Да чё, давай повторять, чё, надо как-то разгоняться. Ну давай, хуй с тобой. Двадцатку тоже можешь накинуть. Только двадцаточку, да, ещё полтосик можно ебануть. Ну, блядь, уже баланс просел, блядь, нужен выигрыш прям вот срочно, иначе, блядь, опять нахуй. Видос дерьма. Контента нихуя. Ставок нихуя. Так, вот он, ну, блядь, кстати, контент. Скорее всего, она выпадет. Она выпадет, скорее всего. Однёрка? Да. Класс. Спасибо, подбодрил, блядь. Давай, блядь, что-нибудь вон. Пятерочку хотя бы закинь, блядь. Пятерок, да, было бы нормально, если наконец-то пятерка или восьмерка. Вот эти пятерка или восьмерка просто надо. Так, восьмерка, тормози. Да. Стой! Есть! Ну хочешь отрубать 800. А 900, сори, блядь, я забываю про базар. Это хорошо. Давай. Ну давай, повтор. Делаем дефолт. Дефолт, блядь. Дефолт, блядь, давай 8 под иксом, блядь. 8 под x20? Ну, x500 там вряд ли будет. X500. Бывало 8 под X88, это вкусно, конечно. Можно, пожалуйста, X50 ебануть? Вот, это вот нормально, блядь, давай сюда. Бля, её. Было бы вкусняшка, реально. Вообще было бы заебись, блядь, давай, хоть но разочек. Нет. Почему? Да чё нет-то, что... блядь? Ну потому что я уже... Ну она не доедет, сука, её там даже нету, блядь, на ёбаный в рот. Дай хоть, чё там, 5, дай 5. Стой. Не, 5. 5, 30-ка. 30-ка? А похуй, 30-ки, у меня даже ставки нету, блядь. Ай, блядь. Сучка ёбаная. Да. Давай репит, блядь, наверное. Да, вот, блядь, реально большой вопрос для многих, наверное. Много же кто играет на касик, на полтора, и ты в том числе, получается, на полтора играешь. Да. Как реально на лайвах можно с... Ну, это относительно маленький же баланс. Ну я не пошел вот... на монополии. Чисто, блядь, на бонуски ставил, залетали, блядь, там чуть поднимал, только не смеет, блядь, 40 дропать. Угу. Меня нет, сгорит. Сейчас ракетка проедет. Где она? А вон она, все похуй. Вот. Давай 5, блядь. Где пятерки? Пятерки давно не было. Да, блядь, хуй знает. 38, блядь. Давай восьмерку лучше, нахуй. Тормози. А, нет. Блядь, сука, ебаная. Да какое-то дерьмо, бля, на лайвах, я погоди, тебе говорю, вчера... Стой.
Вчера стримил, тоже хуйня какая-то была. Блять, давай чуть поаккуратней, блять, надо поднять чуть-чуть. А чё, тут двери ж 10 и выше то, что выпадет? Да, сейчас. 8 еще. Бля, сейчас пятерка будет, блять, чекай. Это хорошо будет. Еще и под иксом, давай, блять. Да. Так еще попробуй вытянуть, блядь. О, 30-ка, кстати, через одну под x80. Блин, нормально бы разогнало немного. А, не, все. Не понял, 30-ка гг. Блядь, вот твоя математика вот это меня бесит, блядь. Я до последнего-то надеюсь, блядь, ее найти. Так, единственное, шанс я чирик вижу, но он прокатит, 10, да? 5, нахуй. Нет, двойка, смотри. Что ты, блядь, не заколил двоечку, блядь, с того выном, ебан. Бля, может на двойку за... Нет, дабл двойка? Нет. Да, да, дабл двойка. Да нет. Ставь двойку. Нет. Ну, ладно, блядь. Ладно, ладно, хорошо посмотрим. Ладно, блядь. Не, насколько... Двойка под иксом, блядь. Да не дай бог. Окей, у нас по-разному работает это. Ну, окей. Ну, у тебя опыта, конечно, побольше на этой хуйне. 10. 10, блядь, оптимально, да, нормально какой будет. Какой раз байтит уже, блядь, под этот x8? Сука, он падает на иксы, на те ставки, на которые я ставлю. И в принципе, она более-менее выпадает. То есть её побольше на барабане. Да, но, сука, 30, блядь, эта десятка прокатится, нахуй. Да, другая а следующая не доедет. Восьмерка доедет. Чисто бэкнуть балансик. Не доедет, да? Наебала двоечка, дабл, блядь. Сука, блядь. Трипл двойка с пятеркой. А чё? Чё, да где, нету, блядь, на повтор. А почему бабла нет? Нету. А, понятно, блядь. Понял, осуждаю, блядь. Сука. Да ёбаный в рот, блядь. Ну давай, бля, мужик, ёбаный в рот. Чё ты молчишь, чё там базаришь? Да давай, он, блядь, ну давай, тебя, блядь. Он тебя молчком сидит. Да, он в тишине, блядь. Хуйню крутит, поэтому сидит в тишине, блядь. Где 10, блядь, проедет? А следующее, да, а следующее? В пиздячке в какой-то. Может, 30-ка хотя бы, ну. На восьмерку не кидал. Сука, блядь. Стой, блядь, ну ёбаный в рот. Да ёбаный в рот этого казино, блядь. Горелка бунзена. Пошла ты нахуй. Дура. Ой, ну ладно, блядь. Максимальный дефолт. Когда-нибудь, нахуй, мегавилл плюсовой получится, надеюсь. Да никогда, блядь, я ебал, урод, сука, столько раз, блядь, иксы нормальные дропал, блядь, и не может выдать, сука. Почему, блядь, всякие, блядь, заходишь в YouTube, ебаном, за нос, блядь, 3 миллиона долларов поднял, купил яхту, блядь. Чё за хуйня, где это, блядь, нету этого, блядь, где оно, нахуй, блядь, вот, 8 на 20, блядь, хуйта, блядь, нихуя не выпадет даже, блядь. Пидорасина, блядь. Десятка. Сучка. Ладно. Все, на похуй, Миша, да, слив. Всего доброго, хорошего настроения, блядь. Подписывайтесь на канал, блядь, в Телеграм, нахуй. Промокод дропаю на 50 лайков под этим видео. Переходите в закрепленном комментарии, ссылка на телегу. Всем пока.